На праздник Сретения Господня более полусотни прихожан Дмитровградских храмов собрались в селе Лебяжье. В храм Рождества Христова приехал владыка Диодор и другие священнослужители. Помимо Сретения, на 15 февраля пришелся еще один праздник. Сегодняшний день – это тот день, когда вся православная молодежь по всему миру празднует День православной молодежи. После молебна в храме верующим рассказали, когда была построена православная святыня и историю села. Во второй половине 17 века и появилось село Лебяжье. Самое интересное всех ждало на улице. Настоятель Лебяжинского храма, отец Дионисий, заботится о лошадях. В его конюшне 5 кобыл. И в воскресенье для православной молодежи устроили настоящий праздник. На лошадях могли покататься все желающие. Я на лошади первый раз. Вообще замечательное ощущение. Лошадка такая добренькая, хорошенькая. Спасибо тем, кто нас водит, помогает ехать. Идея была, конечно, наверное, в епархиального как раз управления и отдела по взаимодействию с молодежью. Но мое предложение было, они попросили лошадей в город, я им сказал, давайте лучше к нам приезжайте, здесь все организуем. А в шатре можно было согреться горячим чаем, и всех угощали пловом. Кто-то играл на гармонии. Так верующие отметили День православной молодежи. Юлия Лаптева, Константин Белов. Наше время.